Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала «Вышиваем и вяжем». Вашему вниманию хочу представить вышивку небольшую. Яйцо, но оттуда выходит не цыпленочек, а букетик с фиалочками. Очень нежные тона, здесь есть и чуть сиреневых тонов, в основном в розовых она. И сейчас к пасхальным праздникам очень даже подходит, если ее вышить, такая маленькая работа себе или в кому-то в подарок. Схема читаема, хорошо ее видно, все значки проглядываются хорошо, поэтому рисуночек такой, я считаю, нетрудный, простой. Нитки даны, но можно и самим подобрать. Кто вышивает, тот умеет подпирать нитки к такому маленькому рисуночку. Всего доброго! Пишите, ставьте лайки, подписывайтесь с колокольчиком. Я всегда вам рада. Пока.